Предновогоднее застолье в одном из многоквартирных домов на Нижнем Больничном закончилось смертью одной из участниц и приездом следственно-оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия обнаружен труп женщины с колотым резаным ранением в области грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, признанной части 1 статьи 105 УК РФ, то есть убийство. В ходе предварительного следствия установлено, что в указанной квартире в ночное время с 25 на 26 декабря 2020 года распивали спиртное мужчина и две женщины, сожительница одна из них. Между ними произошла ссора в ходе распития спиртного, в ходе чего сожитель взял нож и причинил колото-резанное ранение грудной клетки своей сожительницы, чего она скончалась на месте. Мужчина задержан, арестован. Исследователи сейчас устанавливают все детали случившегося.